красивые и нарядные. Пока еще не понимают, как им повезло. Зато это понимают их мамы и папы, которые помнят, как в городе закрывались детские сады. 3 года назад саянские приняли программу по возвращению зданий дошкольным образовательным учреждениям. После чего детский сад «Солнышко» родился буквально 2-й раз. Прежде чем садик снова смог принимать детей, в нем 2 года делали ремонт. Впервые, наверное, за последние годы мы все-таки не закрываем, а открываем новое детское дошкольное учреждение. Впереди у нас 23-й детский сад. Мы рады, что частично решена проблема для очень многих наших мам. Наши маленькие саянцы придут в новое уютное здание, гораздо более обустроенное, чем уже существующее. Детский сад рассчитан на 220 мест, всего 12 групп. Пока с 1 сентября в учреждении откроются 5 из них. Остальные начнут работать чуть позже, когда наберут воспитателей. После торжественного открытия всех гостей, родителей и, конечно же, главных виновников торжества, саянских мальчишек и девчонок приглашают на экскурсию. Самое современное игровое и развивающее оборудование здесь. В том, что касается технического оснащения, детский сад отвечает самым взыскательным запросам. Возвращение садика обошлось областному и муниципальному бюджетам в 50 миллионов рублей. Сегодня очень важная задача – это увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях. И губернатор Иркутской области Сергей Владимирович Ерохин ставит эту задачу, определился, что основным направлением решения этих вопросов будет строительство дошкольных и реконструкция дошкольных образовательных учреждений. Сегодня мы заканчиваем реконструкцию дошкольного учреждения в городе Иркутске. Ведется реконструкция дошкольного образовательного учреждения, скоро будет оно в городе Зима. И кроме этого, вообще общее количество мест, которое мы благодаря реализации данной программы, оно только в этом году составит более 1500 мест. За последние 2 года в Саянске открыто 6 дополнительных групп в детских садах и 1 частный садик. Сейчас в очереди на место в дошкольном учреждении около 1000 детей. Яна Романова, Марина Хохрякова. Новости сейчас.